Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре мы посмотрим посылочку из США, которая пришла EMS, но я думал, что она поедет обычной почтой. Там куча всего полезного, купленного в черную пятницу на всяких разных магазинах типа Timberland, Levi's и т.д. и т.п. Посылочка эта у нас со штата Техас. Внутри куча всего полезного, как я и сказал. Сейчас мы ее будем вскрывать нашим волшебным зеленым ножичком, который специально для этих целей предназначен, но еще для кучи других. Прям как не очень быстро поддается, но мы ее вскроем. Так, что же мы видим внутри? Внутри мы видим кроссовочки Nike. Одна пара, мужские. Это Лунарил. Что-то с Луной, в общем, связано. Пятой серии. В них мы будем бегать. Дальше мы видим зеленые кроссовочки Nike. Как можно догадаться, это женские кроссовки. В них тоже будут бегать. Так, это посылочка. А вот в этой посылочке находится, как вы думаете, что? Мы узнаем об этом позже, потому что отдельное видео с ними. Потому что здесь находится игра Last of Us и Beyond of Two Souls для PlayStation 3, которую я, блин, ждал. И думал, они придут в конце января, но они пришли раньше. Я очень счастлив. Ура! Amazon молодцы. Что же там далее находится? Далее находится куртка Timberland. Timberland, как всегда, молодцы. На фотографии цвет один, а по факту цвет другой. Ну, на самом деле, очень сильно похож. Далее рекламный плакатик находится, очень полезный, непонятно от кого, от Levi's. Джинсы Levi's номер раз. Ой, кофточка Levi's с начесом, красота какая, все хорошо видно? Далее джинсы Levi's номер два. Поближе будем чуть-чуть смотреть. Джинсы Levi's номер 3. Джинсы Levi's номер... В общем, нумерацию мы Levi's производить уже не будем, ибо их очень много тут. О, вот здесь вот маечка Nike. Желтого победного цвета, в котором мы будем бегать. Маечка еще одна. На сей раз уже от Levi's. Красивая. Надо вот так вот смотреть. Маечка еще одна от Levi's. Еще одна маечка от Levi's. На серии вот такого полосатенького цвета. Шапочка от Timberland. Еще одни джинсики Levi's. Снова джинсики Levi's. Еще одни джинсики Levi's. На сей раз, судя по цвету, женские. В общем, это все джинсы Levi's. На сей раз 501 моделька. Вот какие-то необычные, судя по всему, женские Levi's. Вот эта майка абсолютно неизвестна от какой фирмы и компании. Наверняка какая-то модная. И снова джинсы. Похоже, Levi's. Но, судя по счету, вроде пришло все. Давайте посмотрим. Кроссовки от Nike, майка от Nike. Куча джинсов от Levi's. Так, а джинсов, собственно, очень, очень много. Очень чудесно, что они без проблем прошли таможню. Маечка, свитер. Timberland, Nike, Levi's и Amazon. Спасибо за внимание. Покупайте в Черную Пятницу, покупайте в США, экономьте свои деньги и радуйте своих близких. Всего хорошего.